Женщины этих знаков зодиака чаще всего обладают жестким характером. Женщин называют слабым полом. Такое определение связано с высоким эмоциональным порогом. Женщины больше чувствительны к переменам, более трепетно относятся к событиям, но вот по характеру могут дать фору не одному мужчине. Так называемый слабый пол порой бывает настолько жестким и прогрессивным, что удивляет всех вокруг. Астрологи определили, под каким знаком зодиака чаще всего рождаются женщины с мужским характером. А вы попали в этот список? Женщины этих знаков зодиака чаще всего обладают жестким характером. Козерог. Женщины-козероги отличаются сдержанностью и умением сохранять спокойствие даже в самых сложных жизненных ситуациях. Они расчетливы и рациональны, не боятся брать на себя ответственность, все проблемы решают самостоятельно. Такие женщины даже рады тому, что за все отвечают и занимают лидирующую позицию. Овен. Женщины, которые занимают руководящие должности, чаще всего рождаются в знаке Овна. Это созвездие одаривает их лидерскими качествами, умением отстаивать свою позицию, соперничать и побеждать. В нужный момент женщина Овен может проявить жесткость и агрессивность. Она импульсивная и амбициозная личность. Такие женщины даже в семейной жизни предпочитают доминировать, поэтому по натуре больше похожи на мужчин. Дева. Женщина-дева настолько практична и невозмутима, что ей может позавидовать любой мужчина. Ей по плечу любые трудности, она не боится проблем и умеет их решать, найдет выход из любой сложившейся ситуации. Если женщина-дева занимает руководящую должность, то подходит к своему делу с холодным разумом и старается мыслить логически. Она пунктуальна, обладает организаторскими способностями, трудолюбива. К тому же у девы железная выдержка, которая необходима для решения многих вопросов. Водолей. Женщина-водолей действует рассудительно в любой сложной ситуации. Способна принять рациональное решение, редко впадает в панику и действует по четко сложившемуся плану. Энергетика у женщины-водолея настолько сильная, что она способна дать отпор любому мужчине, всегда ведет себя с ним на равных. Также она больше предпочитает женским компаниям мужские. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.